кровать полностью заправить не получилось, потому что здесь лежит пациент, и я решила ее не тревожить и оставить. А здесь у нас сушатся яблочки. Я прочитала, что яблоки в высушенном виде гораздо полезнее, чем свежие, так как из них уходит вся вода и остаются только полезные элементы. Но я могу ошибаться. Хожу в тапочках парня, пока его нет. У нас по всему дому стоят вот такие вот кашпо. Ну как по всему дому, только здесь. Бурка! И вот здесь. Мурка, мурка. Так как кашпо мне пока что не нужно, я налила сюда водичку для кошки. И, кстати, она очень хорошо начала пить воду. Перед тем, как пить воду, она рядом с этим горшочком копает. Это очень смешно и забавно выглядит. Но я узнала, что они просто не видят прозрачную воду из-за своей дальнозоркости и пытаются как бы ее раскопать. Одно из самых приятных ощущений – это после душа на чистое тело надеть чистую домашнюю одежду. Я покупаю вот такую смесь из пары. Здесь семена кунжута, вина, также семена подсолнечника, тыквы. Очень украшает и в то же время добавляет пользы. Так привязалась с героем книги «Бремя страстей человеческих», что мне прямо стало грустно, когда я дочитала, что книжка закончилась. И, в общем, я решила посмотреть фильм. Он вообще, по-моему, 1934 года только снят. Он черно-белый, такой весь атмосферный, то есть интересно смотреть. Но сам фильм, я бы не сказала, что прям очень интересный, потому что книга была намного интереснее. Но в то же время мне все равно понравилось, потому что было интересно посмотреть еще раз на героев. Мне кажется, у меня такое впервые, что я настолько привязалась к герою, что решила посмотреть очень-очень старый фильм, снятый по данной книге. Вот этот крем с кальмаром и креветками очень вкусный. Конечно, не супер хороший состав, но иногда хочется. У меня, кстати, вот здесь висит диета. Я решила сдать анализы и в целом провериться. У меня выявили, что у меня анемия. Но, в принципе, я об этом догадывалась, потому что у меня есть симптомы. И мне врач дала вот здесь такие рекомендации. И действительно, в последнее время я питалась очень, можно сказать, несбалансированно, наверное, слишком однообразно. И я чувствовала, что у меня какое-то такое состояние слабости и другие признаки анемии. Я решила пойти ко врачу, сдать минимально анализы, потому что я также давно не сдавала анализы, не делала флюорографию, а за здоровьем все-таки лучше следить. Действительно, анализ крови показал, что у меня очень низкий уровень гемоглобина, поэтому мне прописали и таблетки, и питание, поэтому
поэтому я сейчас буду пить какао. И в целом это смотивировало меня питаться более разнообразно, то есть я разнообразила свой рацион. Также я стала кушать чаще печенку. Слава богу, я люблю печенку. А печенка — это одно из самых богатых продуктов питания, которые содержат железо. Вот такие дела. Начала читать новую книжку, это книжка «Накопительный эффект». Наконец-то, потому что купила я ее очень давно, но я прочитала буквально 15 страничек и перестала. Я решила читать другую книжку свою. Сейчас другие я прочитала, и никакие, кроме этой, я теперь не читаю. Я хочу прочитать быстренько эту и уже, возможно, начать что-то другое. Опять из художественной литературы, потому что осень, мне кажется, создана для художественной литературы. Какао, теплых носочков и вечерних посиделок дома. А еще вместо закладки у меня здесь фотография, которая была сделана летом на камеру моментальной печати. Это я на горе моря, а тут моя рука, в общем-то, приятные воспоминания о теплом лете. И еще у меня здесь Рафаэлла. Леша перед уездом, видимо, решил позаботиться, чтобы я не очень грустила, и купил мне мои самые любимые сладости, потому что в целом сладкое я не очень люблю. Но вот Рафаэлла — это просто моя любовь, и я не могу остановиться, когда их ем, поэтому держите меня. Кстати, хочу рассказать вам о Ноксике. Мы сделали стерилизацию, как вы могли заметить. На самом деле я оттягивала уже несколько месяцев. Мне просто это было страшно, мне ее было жалко. Сейчас ей исполнился год и один месяц практически, поэтому тянуть дальше уже было некуда. Я взяла свою волю в кулак и уже записала ее на стерилизацию. И так как мы не собирались разводить ее, чтобы она рожала котят, а мучить ее тем, что она просит кота, мы не хотим, поэтому было сделано такое решение. Но забавный момент был с утра, это то, что вчера вечером я ложилась спать, а она легла на кровати, таким кругляшочком свернулась. С утра я просыпаюсь, она лежит на том же месте, в таком же положении, но уже без повязочки. Я была просто в шоке, я не понимала, как она ее сняла, потому что на попоне остались все завязочки завязанными, кроме одной, которая вот здесь вот на шее. И, походу, моя кошка очень и очень сообразительная. Она как-то ртом вот так вот, наверное, развязала ее и вылезла. Но суть в том, что я этого вообще не слышала, не чувствовала, хотя она лежала вместе со мной. Она просто как ни в чем не бывало с утра лежала. Я проснулась, она закурчала просто от радости, видимо, ее эта попона достала, можно сказать. Но я надела ей, конечно же, обратно, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы она ходила без попоны ближайшие хотя бы 7 дней. Надеюсь, что больше она не будет ее снимать. Поддержите меня, потому что я очень безумно переживала. Вчера и позавчера я просто ничего, наверное, полезного не делала, я просто переживала. У меня был стресс, и действительно за эти последние 2 дня я кушала сладкое. У меня просто действительно был стресс, и у меня, наверное, давно такого не было, что мне хотелось именно сладкого. Я покупала какие-то слойки, еще что-то. Поэтому, походу, скоро я буду скидывать вес. Сейчас уже она чувствует себя лучше, и я уже как-то успокоилась и смирилась с тем, что она ходит в какой-то повязке, и что ее оперировали. В общем, все делается к лучшему, поэтому все будет хорошо, сама себя просто успокаиваю. А еще так приятно сидеть дома осенью. Это не то, что летом, когда за окном солнце, все гуляют, и ты такой, блин, почему я сижу дома? Мне надо поработать, убраться, но на улице такая классная погода. Сейчас погода не такая классная, поэтому я со спокойной душой могу сидеть дома, убираться, читать книжку, заниматься своими делами. И мне еще где-то 5 дней предстоит сидеть дома постоянно, потому что я слежу за Ноксиком, и я выхожу только в магазин. Ну, в общем, не дольше, чем на 1-2 часа. Домоседская неделя! Welcome!
А еще сегодня работу я перенесла на вечер, так как хотела это утро провести вместе с вами и в целом расслабиться, потому что одна я бываю редко, то есть сначала я жила с родителями, потом я сразу же съехалась с Лешей. Не было такого времени, когда я могла была пожить одна, готовить только на себя, думать только о себе. Не то чтобы я там очень рада одной находиться, но такие моменты также очень ценны. Я стараюсь не грустить, что я одна, а находить что-то положительное, поэтому я решила такое провести спокойное утро, никуда не спешить, поухаживать за собой, почитать. И такие мелочи, они действительно очень важны, они как-то успокаивают, они дарят мотивацию и вдохновение, чтобы с большим зарядом приступать к своим делам на следующий день или там, я не знаю, через день, вечером. У всех по-разному. И одиночество — это на самом деле прекрасно. По крайней мере, я люблю находиться в одиночестве. Я также люблю одна сидеть в каких-то кафе, в каких-то заведениях. То есть я не стесняюсь сидеть одна. Для меня это вполне нормально. Почему человек, если должен пойти куда-то за покупками или покушать, он должен быть обязательно с кем-то, то есть там плюс один, плюс два. Думаю, что все мы самостоятельные, и кушать одному — это не стыдно, не стеснительно, это нормально. Я была рада сегодня провести с вами утро, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Стало очень холодно, и теперь я выгляжу вот так. А еще иногда вот так.